Расул Ахметова из села Озерное Североказахстанской области ведет блог о жизни в родном ауле. В них она исполняет народные песни, демонстрирует навыки верховой езды, знакомит с красотой родного края. Асыл с детства отлично держится в седле. После завершения обучения в столице она вернулась в родное село и трудится в школе, а также продолжает помогать родителям на пастбище. Для Асыл стало полной неожиданностью, что суета сельских будней интересна тысячам подписчиков из разных регионов страны и за ее пределами. Простые, но атмосферные видео девушки набирают большую популярность в социальных сетях. Делает девушка сельский контент не для популярности, главное, говорит она, сохранить национальную культуру и традиции. К слову, именно Асыл ранее внесла предложение о проведении пятых всемирных игр кочевников в Казахстане. Вместе с тем Асыл увлекается традиционной стрельбой из лука, активно занимается общественной работой, является волонтером, участвует в благотворительных акциях.